Теперь об очередном случае мошенничества. На этот раз жертвой аферистов стал житель Макшана. Причем, как заверил мужчина, он знал о том, какими способами обмана пользуются преступники. Однако почему-то поверил неизвестному собеседнику. Разговор состоялся в январе этого года. Схема привычная. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что с карты потерпевшего пытаются перевести крупную сумму. Финансовая организация в связи с этим заблокировала подозрительную операцию. Чтобы уберечь средства, нужно срочно предпринять некоторые действия. В дальнейшем, не прерывая разговор, звонок был переведен якобы на службу безопасности банка. Там мужчина попросил заявителя продиктовать данные банковской карты. Потерпевший поверил звонившему и выполнил его указания. Сообщил ему информацию о своей карте, после чего он сказал, что все деньги будут защищены. После этого начались звонки с других номеров, но голос был тот же. В результате мошенники похитили с кредитной карты потерпевшего 120 тысяч рублей. Теперь ему предстоит вернуть банку полную сумму с учетом процентов. Полицейские пытаются установить причастных к совершению преступления. Однако, как показывает практика, сделать это непросто. Поэтому граждан в очередной раз просят быть более бдительными.